6:55 утро 24-го. Тихо, зорька, рыба плещется. Пора брать гарпуны вперед. Добро здоровится. Ну как? Нормально. Здоровье. В порядке. Спасибо за зарядки. Тебе здоровья желаю. Спасибо. Ты же сам сказал, что пожелания какие-то. Да, здоровья. Ну спасибо. Нормально, двигайся, что, да? Ну. Ну молодец. Я Леху видел так далека его. Он с этим. С внуком. Угу. Один раз я его еще видел. Какая-то там чуть-чуть. С Москвы музыкант, что там, пианистка, ну такое. Ух ты. Ты же, подожди, ты же у нас тоже заканчивал, да, столик наш, да, ты? Нет, я в этом, в Ростове мы с Леней закончили. Какой? Институт физической культуры и спорта, Центральный орден Ленина, Институт физической культуры и спорта. Подожди, так это уже Москва, Москве. А, было, мы заочно учились, и как раз в 80-й год сдавали нас, в Ростове направили. А, в Ростове, да? Да, мы все в Ростове сдали. А, ну я понял. Ну это я тоже столик заканчивал. Я раньше. Угу. Я и знаешь, когда Колесников еще учился, ну, блядь, смотрю, Коля этот олимпийский чемпион. Ты же знаешь технику. Да, знаю. Ты же Круфердера тоже, Круфердера тренировался, да? Ну я там бывал, они же там в Ростове ДФК, это все это, Давид Ригер там собирался, да. Колесников, а вся эта толпа, это шатинская. Они там сбор у них, я это их видел. Вот это Колесников, смотрю, он шел сзади меня и раз, и выпустился. Ты понимаешь? А вот я Лехе говорю, слушай, а что, как же это случилось? Так, говорит, мы же физкультурник, а он говорит, спортсмен. Ладно, добро здоровится. Вот так мы с ним это... Учились. Ну ладно, твои ученики там у тебя все помнят это. Хорошо, привет им. Как ты там тренировал, штанга там, ну они, знаешь, так, ну помнят, там трое ребят, которые у тебя тренировались, там они на пляже, качки. Хорошо. Называйте их, ты же сделал их качками, да? Хорошо. Ну это тоже хорошо, ты что-то сделал, отвлек людей от плохих дел, правильно, да? Да. Педагогика уже, видишь как. Побежу я. Ну давай тебе удачи, Ген. Да, здоровья. Спасибо. Доброе здоровье.